Здравствуйте, сегодня мы снимем про злобного демона. Я еле смогла спастись от этого демона. Сейчас он будет показывать нам свои владения. Мистер уважаемый демон, пошли. Вторая часть. Демоны в нашем доме. Демон, вы забыли свою накидку. Я голоден. Пошли. Вторая часть. Он будет, как и в первой, немножко судный. Понятно? Так что приготовитесь на судное строение воды. Видимо... Дайте мне вас! Видимо, демон не воду воду и решил поставать. Пошли дальше, уважаемый демон. Дайте я вас провожу. Дальше мы вошли. Ку-ку, демон, пора вставать. Я мылся, я голый. Дайте мне надеть трусики. Хотел поделать с машиной. Вы как остались в кабине? Ладно, пойдемте. Пошли. Вы пойдете? Тут? Так, тут надо поспать. Так, у него, видимо, в доме одни спальни. А вот тут можно помыться. Очень хорошее место на выше, но пора вставать, понятно? Так. Сейчас он решил поспать по-человечески. То, что и делал ни один демон за свои века. А сейчас мы посмотрим их века. Понятно? Так, ничего не меняется. А вот демон... Демон, уважаемый демон, пошли. Здравствуйте. Владения спали. Продолжаются. Ну что? Зашли! Я голая! А вот это владение настоящей спальни, то это была не настоящая спальня. Я не сплю! Мяма! А это он притворяется малышом. Все, до свидания, наши подписчики. Это второе видео, так что... Третье вы можете подождать, а можете не ждать. И скажите до свидания своему демону на несколько секунд. Пока. Пока-пока. Goodbye. Не забудьте поставить лайки. Лайки-лайки. Вдевайте в десик. Ничего. Во. Подписывайтесь на канал. Иначе вас демон придет и съест.